Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, за мною вслед. Игры, танцы и песни прямо под окнами домов, что на улице Попова. Акция «Праздник двора» продолжает вечерами собирать людей. К мероприятию присоединяются как дети, так и взрослые. Анна Ивановна увидела объявление на подъезде и не могла не прийти. Все нравится, хорошо. Праздник хороший. Нравится. Программа, как всегда, была насыщенной. Это аквагрим, конкурсы, мастер-классы, а также концерт, где исполнялись знакомые и любимые всеми песни. Утром зазвонит будильник, мне будильник ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Праздник двора проходит от часу до полутора часов. Ну, чтобы все успели повеселиться, порадоваться солнечному прекрасному дню и, собственно говоря, ну, конечно же, получить подарки. Детям всегда подарки. Этим летом праздники двора, в отличие от предыдущих двух лет, проходят полномасштабно. Благо, все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сняты. Хорошая погода, дети веселятся, здоровье брызгает, можно сказать, как лучи солнца. Это прекрасно. Но я хочу, как главный врач, прежде всего, как врач, пожелать вам всем большого здоровья. Подобные мероприятия будут продолжаться все лето в разных районах города.